Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Несколько дней назад я снимала видео, как я замачивала семена арбузов. И вот сейчас я высаживаю последние, уже сильно перерощенные. Я хочу рассказать, как нужно сеять именно такие семена. Вот я основную партию уже давно посадила, у меня тут немного осталось, и я пока промешкалась, стаканчиков не было, потом грунт надо было греть, очень холодная земля на улице. Они сильно переросли. И я вам говорила, что даже если у них появится, вот видите, семидоли появляются, и уже появляются боковые отростки корней, в таком состоянии их тоже можно посадить. Но посев нужно делать немного по другой технологии и очень-очень осторожно. Естественно, нельзя ни в какие дырочки их пихать, нельзя не вдавливать пальцами, как обычно сухие семена, можно просто вдавить и закопать. При таком сильно пророщенном семечке я наполняю 2/3 земли всего, чтобы потом сверху присыпать. Не поливаю ничего, делаю очень влажный грунт и просто сверху это семечко засыпаю землей. И получается, что у нас корешок как раз находится на той глубине, на которой он был бы, если бы он вырос в земле. Все вот так вот уплотняю, ставлю их, сейчас все поставлю и целлофаном прикрою, чтобы грунт не пересыхал. В таком состоянии я боюсь лишний раз их поливать, потому что, видите, корешки и так уже были в замочке очень долго. Они могут подгнить, но у меня они все целенькие, потому что я замачивала противогрибковым средством. Они у меня в превикуре лежали. Сгнить они не сгнили. В таком растворе они могут даже выщелкнуться два листа, и после этого их все равно можно посадить. Они пригодные. Ну и вот такие посевы, естественно, они завтра уже у меня взойдут. Завтра, послезавтра, 1-2 дня. Вот хочу показать вам, несколько семечек вообще не проклюнулось. Поэтому я всегда замачиваю. Вот я их ждала бы, стаканчики были бы пустые. А одно семечко вот проклюнулось только вчера. Оно было еще не проклюнутое. И вот это семечко, если бы я посадила без намачивания, прошла уже неделя с тех пор, как я замачивала примерно, оно могло бы в земле за это время сгнить. Видите, как долго и как по-разному проклевываются семена арбузов. Пока вот эти вот первые у меня уже там вылазят, эти я вот посадила в таком виде, а какое-то только что проклюнулось. Поэтому я всегда, всегда намачиваю и высаживаю только те семена, которые я уже на 100% уверена, что они живые, что они вырастут, чтобы не сторожить пустые стаканы, чтобы они места не занимали. Все, до свидания. Вот это короткое видео об особенности посева семян арбузов, которые очень-очень перерощенные. Не касайтесь их вообще, не вдавливайте никуда. Осторожно разложить вот так вот по поверхности и присыпать влажным грунтом. Все, они через несколько дней зайдут. До свидания, с вами была Ольга.